далее по плану. Нечем было удлинить, использовал пока вот эту часть стандартную от нашего бачка. А эта часть у меня, была со старого душа. Что сегодня еще сделал? Покрасил балки. Ну и пока все. Сейчас подождем. Пока будет сохнуть вся эта конструкция. Потом можно будет поставить бак. Тем временем можно покосить. И можно, и можно, и можно, называется. Все можно. Только было бы здоровье и желание, как говорится. Пока никого нет. Мы с Мусей втихаря еще раз решили позавтракать. Да? Самая хорошая кошечка, добрая. Все время разговаривает со мной. Ешь, ешь. Так. Девочки, мальчики. Смотрите, что у нас цветет. Похоже на гвоздики цветочки. Сразу говорю, как называются, без понятия. Это что за горох? Тоже цветы, что ли? Ура! Зацвел Танин пион. Видите, с одной стороны распустились те, которые ближе к солнцу, к солнышку, с южной стороны. Четко на юг смотрит. Вот еще зацвел какой оранжевый джигит. Ну и конечно же Сашина клумба. Пожалуйста. Так, тут у нас уточки. Перекусила? Да? Молодец, умничка. Перекусила. Спасибо, говоришь, да? Ну, покушала и хорошо, да? Муська, Муся. Так, что цветет, что не цветет. Голубика. Шалфей, шалфей. Вот какой он у нас. Муся, тебе нравится цветочек, да? Мусенька. Мусенька, нравится? Муся, иди в тенек. Жарко сегодня, жарко. Котику жарко будет. Иди в тенек, иди. Вот такой цветок шалфеи. Цветет. Че ждем? Ты куда провалилась? Пришла мокрая вся. Мылась, 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 мылась. Не в бассейн ли случайно наш? А? Сейчас пойду гляну. Вот еще одна красотка. Пришла мокрющая, мокрющая насквозь. Где она была? Может, вот в этот бак провалилась еще. Они лазят туда. Не знаю. Так, я один. Надо мне уже одним словом обедать.
верхушки растут. Растут грушенятки. Так, кое-чего продолжаю стройку свою дальше. Подключил шланг. Надо что-то придумать. Вот видите, где отверстие, красная пробка. Там какая-то нестандартная вообще резьба и пробка. Не поймешь что. Ну, надо думать, чтобы стационарно как-то повесить кусок шланга и потом через переходник все это подключать. Удлинил я вот эта часть заводская, а это моя, потому что ихний вот этот так называемый душик вообще непригодный. Так, что делаем дальше? Дальше крепим деревянные планки, направляющие к бетонным столбам. А сюда уже закрепим материал. Ну, здесь я планирую дверь входную сделать. Вот и вся байка. До бака уже дотронуться нельзя. Я залазил на лестницу, пробовал. Душ. Так что вот захожу. Я лично, я могу даже достать вот и до этого вентиля. Ну, та не пониже чуть. Ну что, впереди обед. Надо готовиться к обеду потихоньку. Потому что все не переделаешь. Так, все хорошо. Все хорошо, небольшие проблемы вот с этим отверстием, с заглушкой. С нее немножко капает. Надо что-то придумывать, а я уже бак наполнил. Смотрю, ляп-ляп. Знал бы, намотал бы сразу уже что-нибудь туда. Или пакли, или еще какой ерунды. Так. Здесь нормально все. Ну ничего, разберемся потихоньку. Так, дождь надвигается. И не просто дождь, а ой-ой-ой, дождяра. Что еще сегодня делал? Сделал направляющий, прикрепил к бетонным столбам. Теперь будем крепить плащевку, которую мы купили еще весной. Ну вот так, в таком состоянии все у меня. Гром гремит. А ехать надо. Пошел дождь. А я только на Владавской. Добрый вечер. Я приехал с дачи. Еду на велосипеде, пересекаю Машерово. Смотрю, идут молодые люди. Лента через плечо, написано «Выпускник». Так я и понял, что сегодня последний звонок, по идее. Абсурд. А выпускной-то запретили, кстати. В школу ходить можно, а выпускные запретили. Где такое еще может быть? Скажите. Это у нас, в Беларуси. Сегодня у нас 10 июня. Время вечернее, 21:25. Фотографируются выпускники, родители. Конечно, жалко, девчонки платья пошили. Пусть хоть какое-то будет, но торжественное мероприятие.